В частности, в августе 2017 года компания установила новый рекорд месячной реализации. Клиентам было отгружено более 145 тысяч тонн металлопроката, метизов и профильной продукции. Складские продажи выросли за счет оптимизации складской логистики и увеличения поставок конечным покупателям. В 6 раз по сравнению с прошлым годом увеличилась реализация высокопрочного проката, выпускаемого ПАО «ММК» под брендом «Макстронг». Механические свойства высокопрочных и износостойких стали «Макстронг» обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий. За 8 месяцев 2017 года торговый дом ММК поставил российским и зарубежным покупателям около 900 тонн металлопродукции «Макстронг», сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».